Оксана, Ямиль. Вот, Ямиль. Я привезла тебе сестру. Оксана, это Ямиль. Красивое имя. Там, откуда приехала Оксана, не говорят по-башкирски. Кушай. Смотри, я Емель, а ты Оксана. Что же мне с тобой делать, сестренка? Ведь наш папа Оксану на войне нашел. Громкие звуки и выстрелы напоминают. Мам, а наш папа много подвигов совершил? Много, сынок, много. А ты думаешь, я заплачу? За папу! Мы с Маратом на войну уходим. На фронт? А почему папа письма не пишет? Я больше никогда не оставлю Оксану одну. Эй, фашист, сдавайся, хэндахол! Я не хотела, чтобы ты увидел войну. Вот ты какая, моя сестренка.